Уважаемые гости и участники Петербурга, мы начинаем церемонию приглашения чемпионата и представляется президент Ассоциации каратных и учителей Анатолию Викторовичу Криводелову. Уважаемые спортсмены, родители, судьи, все, кто участвовал в организации соревнований, большое спасибо за этот спортивный праздник. У нас завершается сезон. Вот это. И мы будем уже готовиться к следующим соревнованиям уже осенью этого года. Спортсмены показали достойные бои, мы приглядываемся к новым сборникам, будем надеяться, что в новом сезоне кто-то из вас уже поучаствует в первенстве России. Спасибо за участие.